Ребят, готовлю кушать. Сейчас у нас свет будет отключать. Надо что-то заготовить. Я покупаю такую, такие вот макароны без глютена. Без глютена. Ну, правда, они дороговатые. 86 гривен стоит вот такая пачка. Как они выглядят. Они из кукурузы. Кукурузы польские. Очень вкусные. У нас в Германии продаются. Парится 10 минут. Вот, в обычной подсоленной воде. То есть... Это уже вечер, надо что-то приготовить, а то сейчас отключат свет с 7 до 10 будет света. Надо что-то перекусить. Вроде и сказать, чтобы сильно кушать я хочу, ну, тоже, знаете, так. Так, короче, варятся у меня вот эти вот такие вот макароны. Это у кого аллергия на глютен, у меня, кстати, тоже аллергия на глютен. Я обычные макароны не ем, да, вот такие вот покупаю. Вот, то есть как-то так. Так, потом я беру такую сковородочку. Вот. И в эту сковородочку уже у нас есть это сам термоса готова, чтобы воду заливать туда. Беру эту сковородочку, и тут у меня уже овощи. Видите? Все, бегом-бегом, потому что я говорю, пока работаю, уже сейчас будет отключать свет. Надо успеть. Вот, вот такие вот у меня овощи. Я покупаю их на развес. А то я сама себе понарезала. Тоже покупала стручковую вот эту вот фасоль, кукурузу. Все это делала сама. Здесь лук, стручковую фасоль, морковка, кукуруза и перчик. Вот, вот такая овощная смесь. Я ее... морозильнике делаю, знаете, так очень удобная штука, всегда их под рукой, чтобы вот, ну что-то кашу, знаете, кашу с этим сделать или там макарончики, вот, всегда вот эту вот штуку у меня. Вот. И я ее на сковородке, знаете, не тушу, а тушу, а не поджариваю. Вот. То есть немножко сейчас добавлю туда маслица. Вот. Духовка. Вот. Добавляю чуть-чуть подсолнечного масла туда. Вот. Ой, господи, уронила. Уронила. Вот так. Включаю, вначале я включаю на максимум, чтобы оно лучше разогрелось. Вот, а потом добавляю туда водички. Водички. У меня, кстати, вот может кто-то скажет, чего у меня стоят вот эти баллоны замороженной воды. Я воду с крана замораживаю, а потом ее размораживаю. И вот это вот то, что там остается, сливаю. И это, знаете, там такие хлопья. Ну, короче, капец. Мы, конечно, покупаем и очищенную воду, но вот в этой воде здесь жизнедеятельность лучше, чем, ну как, вода более полезна, что ли. Вот, я добавляю чуть-чуть для протушивания. Вот, и накрываю сейчас с крышечкой. Я даже из фольги ничего не добавляю, потому что оно и так, получается, протушивается вкусненько, получается. Вот, я купила себе штучку одну, сейчас покажу. Я купила вот такую вот штучку для воды. Я вам уже сниму как-нибудь видео. Вот такой вот. Здесь высвечиваются параметры. Вот, снимается вот, вот такая вот штучка. Короче, опускается в воду, и здесь высвечивается, сколько минералов, полезных веществ в воде находится. Вот в покупной воде, я вам скажу, там, по-моему, мы мерили 25, что ли, процентов. То есть она вообще мертвая, там вообще ничего не остается. Вот. А вот в этой вот воде мы пробовали водопроводную воду, неочищенную, и потом я наливала очищенную воду. Я вам сделаю, запишу видео и покажу. То здесь 265, то есть даже какая бы вода грязная ни была, она все равно живая. Вот, вот эти вот очищенные бутыли, ну, она мертвая вода. Хотя я покупала это для водородной воды, но я немножко ошиблась с показанием, купила, получается, другую. Для водородной воды куплю другой, потому что там нужно смотреть, там pH, да, ну, там отдельные цифры, короче, отдельные параметры, сколько обогащения воды идет. Это надо будет вот, купить.
А это вот чисто вот живая мертвая вода. Ну так, так что покажу вам покупную воду и такую. Так, ну сейчас я готовлю кушать. Так, сейчас я попробую. Уже почти готов, еще минутку. Все. Еще минутку не буду сливать. А вместо там, мяса котлет у меня есть фарш. И такой вот фарш. Будет макароны по-флотски с овощами. Вот такой у меня фарш. Я его сейчас в микроволновке разогрею. Вот. Ну, то есть вот вы можете или мясо вот так протушить. Я покупаю вот это вегетарианское мясо. Вот такое оно у меня протушенное. Вот, сейчас в микроволновке разогрею. Потому что скоро свет включит. Буквально на пару минут. Ну, пусть не на пару минут, на минуту я поставила. Так, а это надо мне все убрать в холодильник, чтобы оно не растаяло. То есть я себе покупаю или сама нарезаю. Знаете, есть настроение, я покупаю овощи, сама нарезаю. Нет настроения, пошла, купила себе. Вот, заложила такую и заморозку. Вот. Так что вот так вот. Надо маникюр еще делать. Уже, блин, слетело это самое. Лак. Ну ничего, пока сейчас света не будет. Я это сама прила, буду маникюр сам делать. Маникюр я делаю сама. Вот. И так оно и протушивается. Вот. Можно там сливочное масло положить. Ну, у каждого оно свое, знаете. У каждого свой рецепт. У меня вот там. Еще на немножко, на минуточку. На полминуты, чтобы она так погорячее была, потому что через 15 минут сейчас отключу свет, чтобы она хоть теплая была. Хотя у нас есть это, ну, греть на газовая горелка, ну, все-таки хочется, знаете, сварить и сразу горяченько, чтобы поесть. Так, уже можно сливать. Вот я быстренько сливаю, ребята, сливаю. А, еще я стараюсь промывать с чайника теплой водой макароны. Они такие более не слипшиеся получаются. Ну, с чайника прям. Так. Все, это у нас уже горячее. Все очень быстренько, бегом-бегом. Закрываю, чтобы оно не остыло. Вот. Так что я сразу ложу, знаете, не кастрюлю, а вот судочки. Специально есть судочки. Сейчас это уже позаканчивалась еда. Я покупаю вот такие вот судочки, вот, с крышками, прозрачные. Мои мужчины в кастрюлях ничего не видят. И не только мои, я так поняла, что все мужчины не видят. Вот. Поэтому я покупаю такие вот судочки стеклянные. Покупала раньше пластиковые. Пластиковые, знаете, они жиром как-то вот затягиваются. Короче, их потом не отмоешь. Вот. И ложу сразу вот. Короче, сразу сюда макароны перекладываю. Вот. Кстати, чем хороши эти макароны, они не это самое. Ну, сразу надо это мыть, чтобы они не прилипли. Видите? Правда, когда промоешь кастрюлю, оно сразу. Все, бегом, 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 бегом. Вот, ребята. Извиняюсь, может быть, в таком видео они не сердились. Все, бежим, бежим, как говорится. Что сделаешь? Так, в эти макароны можно добавлять и сливочное масло, или есть у нас вегетарианское масло. Тут уже, ну, каждый по-своему ложит. Я так сливочное, сын у меня добавляет вегетарианское масло. Вот. Так, уже одно сделала, осталось мне только еще овощи протушиться. Ребята, сейчас они у меня быстренько протушатся.
Можно туда еще майонезик для вкуса. Чуть-чуть майонезик туда добавлю. Ну, тут у каждого своя интерпретация. Кто майонез, кто сливочное масло, кто томатную пасту. То есть, все-таки чуть-чуть я присолю. Чуть-чуть. Кто перчик, кто какие-то там специи. Вот такая у меня смесь получается. Сейчас она протушится. И будем кушать. Вот такие у меня дела. То есть попутно я тут же... Ой, где-то мои все тряпки растеряла. Тут же я готовлю, тут же я убираю. Вот. Потому что я говорю, бегом, бегом, все, бегом, бегом. Вот. Так что... Чтобы она побыстрее просто стушилась, я уже крышкой не накрываю, потому что она уже вся разморозилась. Все эти овощи разморозились. Вот. Это чисто так для протушки, чтобы он, знаете, когда она тушится, она пропитывается вот этой вот майонезной жижей, и оно вкуснее получается, и вода выпаривается. Выпаривается. Вкусный, ребят, получается. Дело в том, что овощи, они уже готовые, уже пропаренные. Я, кстати, покупаю в магазине кукурузу. На пакет мне продается. В этой пакете уже пропаренная кукуруза. Все. Вот, такая вкусная. Ее можно просто разогреть. Для себя, как говорится, как летом кукурузу варишь. Вот, а это разогреваешь, и можно также посолить чуть-чуть и кушать вкусно. Вот. Так что, я же говорю, у меня как желание есть. Вот, так я отдельно стручковую фасоль покупаю, отдельно кукурузу пакетики покупаю. Это в этом гарусе продаются. Вот. Отдельно пойду перец куплю. Ну, сейчас, конечно, зимой это все дорого, а когда осенью, оно же дешево получается все. Я понарежу, потрачу время, там час-полтора, все это в банке и в это самое. Ну, я сначала фреш-бокс, чтобы оно по отдельности было каждый день, чтобы не так комком, вот, а чтобы можно было высыпать. Вот. Так, ребята. Все, теперь беру тарелочку. Беру тарелочку. Можно, знаете, масло наложить, можно наложить. Это самое, залить просто вот той жижи, которая там есть. Это называется ужин на скорую руку. То есть бегом, бегом, бегом. Все же надо заснять. Вот так я делаю. И можно уже вот отсюда. То есть пока она протушивается, вот здесь есть. И я отсюда сделаю. Обязательно помидоры огурец. Это обязательно. Так, сейчас я порежу, пока там тушится. Я по-разному делаю, когда салаты, когда не салаты. Но сейчас я жду, сейчас все это тушится. Но не очень так хочу. В темноте. Ну не в темноте, а будет, конечно, через пару банки. Сделаю чуть-чуть присаливаю.
И вот такой у меня ужин, ребята. Приятного аппетита. Вот. Так, сейчас без 10:07. Ну, сейчас свет отключают. Вот. Мне достаточно такой порции на ужин. Всех люблю, целую. Всем пока.